Если для многих метеоритный удар стал неожиданным, то экстрасенс из Татарстана падение предсказывал еще 21 декабря прошлого года, в день, когда обещали конец света. Экстрасенс сегодня сама оказалась в Екатеринбурге и стала очевидцем своего прогноза. По словам Алсу, это не последний привет из космоса в этом году. Но бояться апокалипсиса и паниковать не стоит. Тем более уральцам второй волны точно не будет, уверяет провидица. Сегодняшнее падение челябинского метеорита – это всего лишь хороший урок. Это будет происходить, то есть падение на всей Земле, то есть какая-то будет периодичность. Мы будем это наблюдать в других странах. Конкретно Екатеринбурга и Урала это не повторится и не будет. Просто для людей в этом году, для всех, всего человечества, настанет момент, когда люди будут бояться и будут лучше жить. И я хочу всем посоветовать, когда человек просыпается с утра и боится умереть, как это делают китайцы, да, у них есть поговорка, когда мы боимся умереть, и мы становимся лучше, проживаем свой день лучше.